Конечно, можно бы сказать так, что, ну, пускай там спорят, сами решают свои проблемы, но мы не можем так смотреть на этот вопрос, потому что собственником школы является город. В этой школе учатся наши же дети. И хотелось бы, чтобы школа, которая, скажем, все-таки довольно такая хорошая, находится в хорошем месте, чтобы там ситуация пошла такая, что, ну, что мы теряем такую хорошую школу. И на прошлой неделе я пригласил сюда государственного примирителя, господина Хейн Берн. Цель моя была такая, что хотелось, чтобы был человек со стороны, который не имеет никаких, скажем, интересов или которому не нужно там принимать чью-то сторону, учитывая, что он очень долгое время работает на этом месте и имеет очень хороший опыт. Также мы имеем с ним уже тоже очень хороший повод или такую совместную работу. Когда-то возникся спор между городской управой и такой организацией, как была Викергар. Он пришел, он встречался со всеми сторонами, но вот когда у нас тут же с этим столом была встреча, он заявил, что учитывая, что все-таки это проблема, которая не совсем его компетенции, то он присутствует как просто как человек, у которого есть опыт, и что он не будет делать никаких официальных заявлений и свое мнение выскажет как, ну, как просто человек со стороны, который, скажем, разбирается в таких ситуациях. Но после того, как он уехал, мне на e-mail поступило послание, скажем так, статья из русскоязычного постимес, где его фотография, где он цитируется. Я ему звонил и спрашивал, что, ну, как это воспринимать, потому что если я выступлю в газете, то это читается уже не просто там я как человек выступил, особенно когда вопрос касается не лично меня, то это официальное мнение. Ну, на что я получил такой, ну, довольно такой непонятный такой расплывчатый ответ. И когда у нас тут была на этой неделе встреча с другой стороной, тогда они сказали, что хотят получить от господина Берна письменно официальное мнение. Корправа тоже такое письмо подготовила, а это уже пошло по имейлу электронной подписью, чтобы не ждать, пока простая почта едет. То есть мы сейчас ждем от него ответ. Но это не значит, что сейчас вот ждем ответа и больше ничего мы не делаем. Сейчас уже начала работу в Кременгорской гимназии надзор собственника, потому что все-таки сигналов много, мы понимаем, что ситуация там неоднозначная. Но в этом надо все-таки до конца разобраться, нельзя просто, так сказать, взять и начинать там рубить и делать какие-то очень быстрые выводы, потому что, скажем, мы имеем уже такие опыты, когда сделав решение, потом это было опровергнуто, и потом нам же были вопросы, а что ж вы поспешили, вот сейчас пришлось городу там выплатить, сейчас пришлось там еще что-то. И поэтому сейчас идет
идет проверка собственника. Значит, много было тут говорено о всяких разных цифрах, что вот школу до начала учебного года покидало очень много учеников. Называлась цифра там 57, 60, 63. Сейчас это выяснено, что промежутки с 15 августа до 30 сентября из школы ушло 23 ученика. Ну, что, скажем так, конечно, это почти три раза меньше, чем как бы говорилось где-то в кулуарах, но это не значит, что на это нельзя, не нужно обратить внимание, это все-таки много, это почти один классокомплект. Также вопрос касательно отношений между руководителями и учителями, что не хочу пользоваться это слово, работников гимназии. Тоже школу покинуло 7 человек, считаю, что это много. Из них один человек ушел сам, остальные были уволены. Была у меня встреча с директором, не одна встреча, где я объяснил, вернее, скажем так, наверное, все-таки правильно будет сказать, что пытался объяснить, что будучи руководителем, нужно делать так, чтобы микроклимат учреждения, которым вы руководите, должна быть таким, чтобы там могли нормально работать, чтобы, скажем, та же проблема, которую вы имеете, они не вышли из дома, что все можно же решать таким образом. Но я вижу, что все-таки ничего из этого не вышло. То есть сейчас посыпались обвинения с обоих сторон и, конечно, оправдания. И так же, как с обоих сторон, мы имеем, скажем, письма поддержки с множественными подписями, что одна или другая сторона все сделала правильно. И поэтому я считаю, что нужно в этом разобраться основательно, и обещаю, что, скажем, это так просто, ну, куда-то небытие не уходит, что просто, как сказать, что, ну, что-то там начали ковыряться, и потом это потихоньку куда-то уходит. Выясним, кто прав, кто не прав, и официально свое мнение выносим. Дальше уже будет видно, какие нужно будет делать решение. Да, Карина упомянула о том, что мы будем проводить надзор собственника. В общем-то, это достаточно, скажем, плановая обычная работа для отдела культуры, потому что именно отдел культуры несет функцию надзора собственника. И обычно мы где-то начинаем эту работу в конце октября, в начале ноября. И прежде всего по всем школам проводим этот надзор. И прежде всего мы проверяем выполнение всего обуча, поскольку в начале нового учебного года это самый важный вопрос. Все ли дети дошли у нас до школы, те, которые обязаны дойти в школу. Вот. Но поскольку ситуация у нас с 4-й школой в этом году особенная, то надзор собственника начался там раньше, чем обычно мы ежегодно это проводим, и этот надзор будет более расширенный в связи с комплексом проблем, которые присутствуют в организации работы школы. Вчера как раз мы проверяли данные по уходу детей из школы, откуда пришла вот эта цифра, которую Тарма сегодня озвучивала. Вот. Кроме того, мы проверим также тарификацию, то есть как проходило распределение нагрузки, исходя из каких принципов. И кроме того, конечно, проверим, как организован учебный процесс, как организовано выполнение учебной программы, поскольку все-таки если такое большое количество педагогов из школы или было уволено, или
есть такие, которые ушли самостоятельно, то насколько это сказывается на организации учебного процесса, и сейчас это уже можно посмотреть вполне, то есть если говорить о том, что начало сентября, начало самого учебного года, здесь, скажем, могут быть еще какие-то текущие вопросы, проблемы и какие-то нестыковки, и процесс только налаживается, то на данный момент, ко 2 октября, все-таки школа уже должна работать полностью в нормальном режиме. То есть этот момент мы тоже будем смотреть и проверять там. Сфера образования – это как и Восток. Дело тонкое, может быть, даже еще и тоньше. И какие-то непродуманные решения или действия в этой сфере, но в последнее время мы можем видеть, какие последствия могут быть. И приводит, в общем-то, к неблагоприятным последствиям, прежде всего для детей, прежде всего для учебного процесса и для их восприятия. Поэтому эмоциональных решений, непродуманных, или решений, основанных на, там, не знаю, чьем-то эмоциональном настрое таком, принятие таких решений здесь недопустимо. Необходимо все обязательно выяснить. Для меня вот такое решение, что надзор собственника произойдет в школе и попытается специалист разобраться в ситуации, не только в том, как исполняется учебная программа, а вообще в ситуации в школе, в микроклимате и атмосфере. Для меня было это разумным решением, прежде всего исходя из того, что за последнее время мы пообщались со многими учителями, и видно, что проблема есть, проблематика существует, ее нужно решать. Вот. Как решать, какие проблемы там, какое решение будет оптимальным, необходимо, конечно, какие-то обоснованные данные, чтобы на них можно было бы опереться. То обстоятельство, что ушло 23 ученика, 7 учителей, даже вот то обстоятельство, что школа по рейтингу, вот школа, вот, которая публикуется с 75-го места, оказалась на 171-м. То есть все эти вот совокупности вот, обстоятельства говорят о том, что нужно очень хорошо, обстоятельно в этом разобраться. Вот. И помимо вот работы этой комиссии, да, проверки надзора собственника, надзора, да, вот, и я продолжу свое общение и с педагогами, и с администрацией школы, то есть здесь любая информация, любое обстоятельство имеет значение. Этот надзор затрагивает сферу отношений с профсоюзами и коллективным договором? Нет, безусловно, это надзор собственника, он касается конкретно организации работы в школе, то есть это касается учеников, касается исполнения учебной программы, касается верификации. Что касается профсоюзного вопроса, да, то Тар, мы об этом уже говорили. Мы ждем ответа, да, официального от госпримирителя. Госпримирителю отправлено официальное письмо за подписью мэра, и мы ждем от него ответ. Все-таки, когда обсуждаются такие вопросы, где предметом человеческие отношения и непонимание сторон, все равно там присутствует эмоция. И просто, ну, когда вот скажут так, что вот мы требуем, давайте там уберите, увольте, но мы же не можем, так сказать, встать и сказать, хорошо, все, его сняли, да, значит. Ну, наверное, вот и было, это и было, наверное, такой причиной, почему сказали, что ну, дальше сейчас, значит, если его не уберете, значит, если такого решения не делаете, мы не можем дальше разговаривать. Но еще раз говорю, что нравится, не нравится, хочется, не хочется, но все равно надо как бы все-таки в этом деле разобраться. И нельзя делать решение на эмоциях. У меня тоже и даже есть эмоции. Элементарно для приказа нужно то есть там, основание. Да, значит, вот там уволить в связи с тем, что потребовал народ. Там, ну, а уволенный директор будет судиться с вами. Ну, конечно, конечно. То есть, естественно, мы не исходим из того, что, значит, заранее зная, что все равно судиться нужно будет с кем-то, да, значит, что из-за этого теперь мы не будем делать каких-то выводов там, или каких шагов принимать. Профсоюзы говорят,
для них все ясно. То есть вот они говорят, вот тут вот, вот такие обстоятельства, и вот почему вы этого не принимаете? Но надо же разобраться. Эти документы должны прийти, но до сих пор никаких этих документов нету. То есть это говорилось, наверное, уже недели полторы назад, что со дня на день эти документы должны быть. Но до сих пор, на данный момент, их нет. И тут же, скажем, директор со своей стороны говорит, что вот там два вопроса спорных, которые были связаны с учителями, которые были на комиссии по другим спорам, что вот дирекция выиграла это все. Понимаете, столько вот этих. Ну, надо и вот этих документов дождаться, о которых вы говорите. То есть я говорю, что любое мнение органов по рассмотрению трудовых споров или там специалистов в этом вопросе, любое мнение, которое будет вот этой надзором в школе составлено, оно все как бы на чашу весов должно разложиться. По этой школе я скажу более. Эта школа у нас в прошлом году проходила не только надзор собственника, но и госнадзор. Там не было выявлено замечаний, но понятно, что госнадзор проводится по каким-то конкретным темам. Квалификация педагогов, может быть, обучение на эстонском языке и так далее. Мы вычленим те вопросы, которые именно исходят из вот этой проблемной ситуации, то есть отношения. Взаимоотношения с педагогами, потому что на самом деле от педагогов этой гимназии в наш адрес поступают, продолжают поступать запросы, где они расписывают ситуацию и просят помощи в том, чтобы мы определили, законно или незаконно поступил директор. И, скажем, вот эти вопросы мы тоже включаем в тематику надзора собственника. Но эти вопросы стали поступать вот сейчас. Да, я думаю, что в течение последних двух недель. С директорами мы общались со всеми. Общались в свете изменившейся модели финансирования наших школ. И в связи с тем, что изменился принцип, скажем так, расчета денег, государственных денег на школы. То есть увеличилось то количество детей, да, в классе, которое берется за основу для расчета поголовных денег. Ну, это довольно сложная такая система, но все исходит, упирается в то, сколько детей в классе. То есть для расчета количества детей в классе, да, расчетное количество детей в классе, оно возросло. Вот. И мы с директорами со всеми встречались и рассматривали бюджет каждой отдельной школы в свете вот этих изменений и в свете перспективы, как мы будем справляться по бюджету. То есть, если, например, в классе меньше детей, чем берется расчетное количество, то получается, что класс недофинансированный. И мы с директорами рассматривали, как есть ли у нас проблемы или нету. И, в принципе, ну, это же не секрет, об этом министр образования говорил еще, когда предыдущий учебный год заканчивался, что у нас в Нарве нужно сокращать педагогов. Он называл разное количество всех документов, которые присылали со стороны Министерства образования. Если я не путаю, это уже более годовой давности документ, порядка 35 там педагогов было. Мы провели расчеты, мы пришли к выводу, что в 35 при сохранении той модели финансирования Нарва не уложится, там будет до 45. Я об этом тоже говорила уже неоднократно, там при конференциях тоже. Вот. И поэтому мы говорили с директорами, что если будет возникать необходимость для сокращения педагогов, то подход здесь у нас такой же, как и был тогда, когда у нас наступил финансовый кризис, и когда мы проводили довольно большие сокращения по нашей структуре, тогда было сокращено порядка 300 человек, что это будут те люди, которые имеют прочие социальные гарантии, то есть прежде всего те, которые находятся на пенсии и получают пенсию, имеют доход. Вот. И в принципе, если посмотреть по другим учреждениям, по другим школам, это же не единственная школа у нас в городе, то другие директора справились с такой непростой задачей. Ведь педагоги, к сожалению, потеряли работу у нас, определенное количество педагогов, не только в четвертой школе. Сколько человек потеряло работу? Ну, я сейчас не назову общее количество. Хотите, я подниму эти данные вам прошу. Скажите, Виктория, а директор сам по себе вот в статусе Быкова не обязан вас предупреждать как отдел, что они сокращают? Там, нет, безусловно. Если смотреть закон о школе и гимназии, то все права работодателя предоставлены там директору. Да, если вы помните речь в колледже на
конференции педагогической перед 1 сентября, то министр сказал, что теми изменениями, которые были недавно приняты в ПГС, директорам дается еще более свобода, еще более прав. Да. И обязанности вообще. Потому что господин Быков в нашем разговоре он именно на это упирал. А мне там сейчас много прав, того хочу, того увольняю. Без вот этого, вот этой прослойки, о которой вы говорили, социально обеспеченных и так далее, он заявил, вот присутствовали многие, он сказал, это мое дело. Ну вот, понимаете, того хочу, понимаете, того тут, уволю. Тут вопрос такой, что... Ну, конечно, это эмоции, я согласен. Да, но... Я не оправдаю, просто я как раз хочу сказать, что вот это все можно высказать так, чтобы это вызвало вот такую реакцию, а можно же было это объяснить, ну, скажем так, чтобы это не вызвало это. И тут же, скажем, ну, например, там претензия, которая была, что вот почему была сокращена там один специалист, а оставили своего родственника, значит. Но, я задал этот вопрос, значит, на что директор сказал, что она тоже уволена. Но значит, тогда вопрос такой, что... Ну, как бы вот как раз, скажем, такое, что как бы такие вроде простые вещи, да, каждый поступок, что ты делаешь, особенно находясь на таком месте, где ты на виду у всех, там твои поступки волнуют всех, но не говорит ли это о подумай, том, что подумай. Директор не справляется со своими обязанностями руководителя. Ну. Полагаю, что если это вот есть такое, то вот этот вот надзор и выяснит такие вещи. И вот если... Оформит это в параграфы. Да, на самом деле это будет какой-то юридический документ, на который... Ну, не какой-то, а это будет юридическое решение. Конкретное, да. Конкретное, да. Вот. Поэтому, исходя из этого, будут приниматься решения. На самом деле. Я сейчас, скажем, не отвечу на вопрос, там, какое там будет решение. Вы об этом узнаете 100%. Там. Какое будет решение, там сейчас просто неправильно было бы сказать. Там. Просто скажу так, что никто не пытается замять это дело и кого-то просто, так сказать, защищать, потому что надо защищать. Вот это... Ну, по моему мнению, ни принадлежность центристской партии, ни занятие какого-то такого высокого поста директора не является иммунитетом от неблагоприятных последствий за свои неправомерные действия. Скажите, пожалуйста, а каким образом будет выясняться, госпожа Лук была законно или незаконно уволена? Это все-таки краеугольный камень вот этого конфликта с профсоюзами. И там еще, значит, это все углубляется, тоже сводится к такой узкой вещи. Был ли извещен господин Быков о том, что у них, что это доверенное лицо, или не был извещен? И вроде бы все выстраивается на том, что он не был извещен, как он утверждает, и тогда... Значит, на общих основаниях госпожа Лук и увольняться могла, и, значит, с ней... Но дело в том, что, скажем, сейчас как раз там возникла такая ситуация, что директор говорит, что он не был уведомлен, другая сторона говорит, что все было дано вовремя, что там якобы имеется просто имеется быть такой ситуации, что письмо было получено, но она куда-то как-то так... или ушла, или и так далее. Но зарегистрировано. Да, но, значит, вопрос в том есть, что если письмо ушло, если она зарегистрирована, то это уже есть факт. То есть это тоже будет устанавливаться, вот, да? В отношении вот этих обстоятельств, госпожа Лук, она обратилась в органы по рассмотрению трудовых споров. Сначала в комиссию по трудовым спорам. Насколько мне известно, в своем заявлении она не просит восстановления, просит трудовой договор. Просит договор прекратить и просит взыскать денежную компенсацию. Вот. Из-за того, что эта компенсация превышает пределы, которые может рассматривать комиссия по трудовым спорам, ей было в этом отказано, и вроде бы как дальше она обратилась в суд. Вот эти обстоятельства, я очень даже рад тому, что она обратилась в суд, чтобы уже суд дал правовую оценку действиям, и его действительно рассудил, кто прав, кто не прав. Да? Вот, и поэтому, как перевод со стороны там, профсоюзов относительно вот, госпожи Лок, она избрала свой путь защиты своих прав как обращение в органы по рассмотрению трудовых споров. Вот, решение по этому спору расставит все по своим местам.